Доброго времени суток всем. Зовут меня Виктор Ларионов. И хочу обсудить одну тему, которая важна как для начинающего пчеловода, так и для опытного пчеловода. Это медоносы, которые нужны для сбора нектара, соответственно, для получения меда. И начну из себя. История моя началась по посадке павлонии осенью 2019 года. То есть я купил на Западной Украине два корня павлонии годичные, которые были мною высажены в ноябре того же года, 2019 года. Сейчас на улице июнь 2021 года. Вот такой оно имеет вид на данное время. Ну, начну, опять же, сначала. Такой вид имеет вторая павлония. На сегодняшний день она немножко выше, чем на предыдущем кадре. В 2020 году весна была затяжная, прохладная. И первая почка появилась 28 апреля. То есть начался как бы рост павлонии. В процессе роста я каждые 10 дней делал полив где-то примерно 10 литров. И добавлял спичную коробку аммиачной селитры в качестве удобрения, азотистые удобрения. В процессе к осени павлония имела рост, ну как бы высоту до 1,90 м. Сейчас я продемонстрирую результат прошлого сезона. По павлонии, как она выросла. Результат прошлого сезона 2020 года. Она перезимовала. Ну, почему я срезал, уже как бы технический срез сделал на втором году выращивания павлонии, по той причине, что в прошлом сезоне не образовалась кора, и она пошла не созревшая. И в итоге были кратковременные морозы всего года, и она немножко вершок промерз. И мне пришлось срезать. Ну, результат тот, что за прошлый год корневая система более укрепилась, и уже в этом году я надеюсь, что она наверстает упущенное и выше будет, чем в прошлом году она выросла. Где-то, я же опять говорю, повторяюсь, где-то высота в районе 1,90 м. Для чего это показываю, демонстрирую? То есть я призываю каждого пчеловода не ожидать, что кто-то сделает какое-то хорошее дело, а каждый сделает для себя в первую очередь. Посадит какой-то вид из медоносов, кустарники, дерево. Соответственно, это будет компенсируется работой пчел, которые соберут нектар, принесут в улей, а пчеловод откачает мед. Так что призываю вас еще раз, садите медоносы. Спасибо, что смотрели. Успехов, удачи, всем здоровья. Подписывайтесь на канал.